пишу C404, на часах у нас 4 часа 4 минуты. Майнкрафт 1, 2 и 3, в котором нет звуков. У меня просто психика уже это не выдерживает. Ну, серьезно. Здорово, геймеры, и насколько вы знаете, относительно недавно я проверил секретную версию Майнкрафта Альфа 1.2.3.0.3, в которой, как оказалось, спрятан настоящий Херобрин, и Моджанг создали эту версию или это фан-версия, пока что непонятно, однако, действительно, факт остается фактом, в ней есть Херобрин, а также очень жуткие отсылки на число 404, и... Я долго ломал голову, с чем же может быть связано это число. А потом вспомнил, думаю, так, есть же сид 404. И ведь действительно в Майнкрафте присутствует этот сид, это не выдуманное какое-то число. И ранее над ним ломали тоже голову, думали, есть ли в нем какая-то мистика или нет. И вот буквально вчера подписчик написал мне, что в Майнкрафте 1, 2 и 3, именно на сиде 404... Есть похожие вещи, то есть происходят похожие странности, такие же, как и в Альфе. Что ж, для начала нам нужно убрать все звуки из игры и поставить вот такую вот прорисовку прикольненькую, «Ёжик в тумане», она вот так вот называется. И, естественно, создать мир с Сидом 404, именно когда на часах у нас стукнет 4 часа 4 минуты. Сейчас у нас 4.03, поэтому давайте я по-быстрому заранее пишу C404. Ну, я постараюсь говорить как можно потише, потому что, ну, уже ночь, и... Вы сами понимаете, все люди спят. Поэтому, чтоб никого не разбудил, буду говорить немножечко тихонько. Во! Отлично! Все. 4.04. Погнали. Еще раз вам вот демонстрирую, что это обычный Майнкрафт 1, 2 и 3, в котором нет звуков и совершенно ничего нет. А, ну и да, еще и мирная сложность нужна. Я ее тоже заранее выставил. Вот, сид 404. То есть, видите, вот в левом экране, вверху, как бы есть подтверждение, что этот сид на самом деле существует. Потому что если сида нет, то... Здесь будут рандомные циферки. Все. И теперь мне нужно просто чего-то ожидать. Сам не знаю чего. Но надеюсь... Так, я покачивание камеры хотел бы убрать. Потому что оно немножечко будет избивать FPS. И должно что-то произойти жуткое. Может появятся какие-то таблички. Потому что он мне толком так и ничего не объяснил. Единственное, что он сказал, что у него появлялись звуки... когда этих звуков не было в игре. То есть все звуки были выключены, но при этом они сами по себе включались. Когда он не имел, в принципе, к этому никакого отношения. Ну, еще он сказал, что мне нужно будет просто выживать. Это интересно, так овца заспаунилась. Нормально все у тебя, овечка? Ля. Эй, тебе помочь может? Это знаете, как котенка, спасатели там снимают с дерева. Может мне также овцу снять оттуда? Ладно, давайте я пока все-таки повыживаю. Ну и да, изменение времени на компьютере не поможет. Нужно, чтобы именно было на часах 4.04. Если вы захотите просто изменить время днем, то у вас ничего не получится. Именно нужно в 4 утра все это дело сделать, по-другому никак. Потому что, ну, не будет ничего просто работать. Вот это тоже такая интересная особенность, что что-то там как-то вот этот C404 привязан именно к времени 4.04 на часах. Что-то Игорька я, к сожалению, так и не нашел, и тут вообще нет никаких пещер. Блин, это, конечно, обидно.
Это вообще капец как обидно. Потому что мне нужно выживать. Мне, наверное, нужно как-то не подавать виду, что я какой-то мифоискатель, потому что что-то здесь мистическое испугается меня и убежит. Вау. А это здесь... Я уже, наверное, отошел от места спауна куда-то, потому что я что-то... Не помню эту местность и вот эту вот хрень, висящую в воздухе. Тоже что-то как-то не помню. Блин, ну хотя бы одну пещерку, пожалуйста. Мне нужна одна маленькая пещерка. Мне этого просто хватит с головой. Там по-любому будет и ждать меня Игорек. И, возможно, если вы новый зритель, то вы подумаете, какой нахрен Игорек? Ну, я просто так называю уголь, потому что... Ну, как-то скучно уже становится, когда ты... О, вот он! Аплодисменты. Скучно становится, когда ты уже очень долго играешь в Майнкрафт, называть уголь углем. Ладно, все, Игорька хватит. Давайте будем возвращаться назад. И я бы немножечко покоцал мобов различных. Тоже, соответственно, для виду, потому что еда мне не понадобится. На мирной сложности у нас не отнимается. Не отнимаются единицы голода. И вот овечки, походу, заблудились. И сейчас мы им будем показывать правильный путь. Ого, что ты так отлетаешь? Стоять. Так. Опа. Все. Я думаю, опыт тоже, наверное, играет какую-то роль, поэтому его тоже нужно потихонечку получать. И найти мне еще Жеки. Но Жеку я не вижу. Я еле Игорька нашел, то Жека, думаю, это будет вообще проблематично его находить. Вот, собственно, и место спауна. Так что я думал, что я уже далековато отошел, а на самом деле просто в другую сторону развернулся. Стоять. Хорошо. Цветочек тоже я заберу. Может, здесь будут предметы из инвентаря пропадать, кто его знает. Поэтому предметов... Какой-то сильный стив здесь. Мобы прям так добротно отлетают, я вам хочу сказать. Как-то я раньше на это внимание не обращал. Ну, вот еще раз. C404, ничего совершенно не изменилось. Звуков нет, ничего нет. Продолжаем просто бродить и делать вид, что мы выживаем в ожидании ночи. Она уже скоро наступит. Даже не знаю, что можно говорить. Я уже, если честно, хочу спать так хорошенечко. И я бы с удовольствием уснул. Ну, на самом деле, я проверяю этот миф только вторую ночь. И последний, наверное... Сколько? Ночей 4-5. Я вообще, считай, не спал. Сплю очень мало, потому что пытаюсь проверить как можно больше материала. Как только появилась альфа-версия, то на протяжении уже месяца я уделял ей больше всего времени. И на другие мифы не остается вообще времени. А овца, кстати, здесь серьезно застряла, я вижу. Давайте, может, мы ее все-таки спасем. Эй, овечка, выходи. Я вижу, ты тут хорошо застряла, да? А как я ее, кстати, ударил? А, можно вот так вот, да? Давай. Интересно, почему она не умирает? Хотя застряла она, в принципе, как бы в блоке. Что с тобой? Мне кажется, эта овца немного какая-то странноватая. Все нормально с тобой? Это просто яростный флекс. Ладно. Я думал, она сейчас вернется на то же самое место и будет там же флексить. Шо такое? Шо? Шо? Опа. Беги, беги, моя родная. Я тебя спас, кстати. Если ты не заметила. Но ее прям тянет к той... К этой сосне. Ладно.
Где же это место спауна? Вроде бы это оно или нет. Тут вот тот тоннельчик должен быть. Это будет 100% то место, где я появился. Но это похожая местность. Я где-то здесь недалеко брожу. Вот, я говорил про эту висящую штуку. Поэтому, ну, далековато я точно не отошел. Поэтому, думаю, я не обидел C404, и он проявит свою сущность. Настоящую. Ну, еще раз говорю, если вы захотите... О! А не, не о. Опять похоже на какие-то глаза, серьезно. Глаза и вот рот такой открытый. Ладно, это уже просто мое воображение, разыгравшееся ночное. Я не закончил фразу. Если вы хотите проверить этот миф, то запускайте именно в 4 часа ночи в 4 утра. Ну, соответственно, у каждого это время будет наступать по-разному, потому что живем мы в разных часовых поясах. Но именно должно быть у вас 4.04. Так, фух, что-то у нас пока что тихо, а учитывая то, что нет звуков, то тишина просто гробовая. Очень тихо, прям максимально тихо. Не понял? Какого хрена? Чего? Я ж выключил звуки. А как? Так, спокойно. Сейчас был пещерный шум, и почему-то включились звуки. Фух. Так, я буду сдерживать себя, я не кричу. Потому что время позднее. Но какого, мать его, хрена это сейчас было? А почему звуки включились сами по себе? Да ладно. Спокойно, ребята. Спокойненько, так. Давайте выживать, или я хрен, блин. Я сейчас реально немножечко пересрал. Во, а вот другой биом здесь начинается. Давайте... Еще здесь пройдемся. А, не, это просто маленький кусочек. Маленький кусочек биома. Так, что тут есть что-нибудь или... Блин, это тоже не пещера. Я бы хотел бы спуститься в какую-нибудь пещеру. Во, замечательно. Вот это вот мне нравится, это меня устраивает. Давайте я покопаю Жеки немного. Мне интересно, еще какой-то здесь проход тоже. Ну ладно. Я хочу переплавить железо все. Жеку, точнее, переплавить. Игорька у меня вполне достаточно, поэтому... Ой, так. Во. Пусть пока что все это дело переплавляется и... Что? Да что за херня? Какого хрена опять звуки появились? Ой, блядь. Ребята, у меня мурашки по коже. Что происходит? Да... Я же... Я нихера не понимаю, что за бред?
Может, это здесь именно в этой версии баги какие-то связаны, что звуки сами по себе включаются? Ну, это как это очень странно. Опять пещерный шум, и у меня включаются звуки в игре. Что за бредятина тут происходит? Но такой херни я никогда, в принципе, и не замечал. Как-то это все реально стремновато выглядит. Ну, серьезно. Что? Что? Подождите, звуков в игре нет. Это что за херня? Блять, ребята! Твою мать! Это... Чего? Пластинка 11? Охренеть. Твою мать. Это... Да... Звуков-то нет в игре. Как оно играет? Это чё... Ёбкала мне. Ху, ну нахер этот сит, серьезно. Это реально... Я сейчас пересрал капец. Ну такого я еще никогда не видел, чтоб... А как вообще пластинка заиграла, если я ж ничего не включал? И звуков в игре сейчас нет. Как оно тогда заиграло? Как? Как и почему? Ну, я серьезно не знаю, как это объяснить. Что? Да звуки ж выключены, только что были. Да что, мать его, здесь происходит? Не, я не могу. У меня просто психика уже это не выдерживает. Выключены же звуки. Почему они опять включились? Ладно, если вы хотите продолжение, то напишите об этом в комментариях. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и оформляйте подписочку на канал. И, естественно, если вы что-то заметили, то немедленно об этом сообщайте в комментариях, потому что я иногда не все могу заметить. Ну и всем удачки, всем пока. Естественно, еще увидимся с вами, бандиты, в следующих выпусках. Чао!